Всем привет! Сегодня вы увидите топ-пятерку самых красивых российских гимнасток. Художественная гимнастика – один из самых женственных видов спорта. Девушки показывают гибкость и красоту тела. Несмотря на жесткие многочасовые тренировки, эти девушки излучают улыбку. Молодые, красивые и перспективные спортсменки. Итак, Каролина Севастьянова. Каролина Севастьянова родилась в Киеве, но выступает под российским флагом. Девушке 25 лет, она заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике. Каролина – олимпийская чемпионка многоборья. Севастьянова была признана самой красивой гимнасткой стран СНГ на Олимпийских играх в Лондоне. Александра Солдатова. Александра родилась в 1998 году в Стерлитамаке. Художественной гимнастикой занимается с 5 лет. Такая молодая и такая титулованная. Девушке всего 22 года. Она трижды побеждала на чемпионате мира и Европы в командном многоборье. В 2018 году победила на чемпионате мира в упражнении с лентой. Елизавета Назаренкова. Елизавета – российская гимнастка, мастер спорта международного класса. Лиза выступала за Россию и Узбекистан. Она трижды побеждала на чемпионате России. Собрала 10 медалей на чемпионатах Азии. Сегодня сосредоточена на тренерской деятельности. Юлия Бравикова. Юлия – молодое дарование из города Орел. Девушке 21 год, и она уже мастер спорта международного класса. Четырехкратная чемпионка универсиады. В 2017 году в Тайбэе она стала лучшей в многоборье с обручем, с булавами и с лентой. Маргарита Мамун. Маргарита – 24-летняя российская гимнастка. Семикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы. За свою интересную внешность получила прозвище Кармен. Маргарита сильно напоминает жгучую и пылкую испанку. Самой девушке только льстит такое сходство. Она популярна в спортивном сообществе и в соцсетях. Это были 5 самых красивых российских гимнасток. Пишите в комментариях, которая из девушек вам понравилась больше. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!